Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мы ведем только информационный характер. Сегодняшнее видео у меня по немецкой монете DEM, E-Mark Spice, и о бирже пойдет речь. Друзья, с этого крана мы, ну лично я и многие другие, выводили на биржу Coin Exchange, вот сюда. Значит, обращаю ваше внимание, здесь эта биржа, она скоро закроется. Вот красными буковками написано, что нужно вывести все монеты, у кого есть монеты на бирже, до 1 октября. Так, у меня здесь была монетка DEM. Я сюда выводила с крана. Я отсюда пошла на CoinMarketCap искать. И эта монетка торгуется еще на бирже Yobit. И вот так называется, Cepatex. Значит, мне об этом сказал, написали в комментарии один человек. Нет, сейчас я вам не покажу. Да ладно. Вот. Сказал, что биржа закрывается. Значит, я пошла, вот как я сказала, искать. Ну, с Yobit я вообще как бы делов не имею. Она у меня есть. Я вот сюда зарегистрировалась. Или можно установить кошелек на свой компьютер с официального сайта. Значит, и ну, я вот сюда на биржу их перевела. Вот с Exchange я перевела как бы Виндрав и вставила кошелек, количество монет и вывела. Значит, ну что здесь? Кто будет регаться здесь? Регистрация простая. Имейл и пароль. Вход по имейлу, паролю разгадываем буквенную капчу. Вам придет, друзья, на почту письмо. Нажмете на ссылочку, подтвердите электронный адрес. Далее что? У вас откроется вот такая страничка. Профиль. И что? Вот я подтверждение по электронной почте. Я подтвердила почту. И чтобы нам были доступны функции остальные, ну, я установила двухфакторную аутентификацию. Подтвердить аккаунт я ничего не подтверждала. Номер телефона я пыталась сделать. Мне не приходил код на телефон. Вот, ну и, в принципе, я остановилась вот на двухфакторной аутентификации. Я нажала сюда, сканировала штрих-код, потом ввела 6 цифр, подтвердила, все замечательно. Далее что? Вот, остатки нажимаем. Вот этот отдел мне остатки был недоступен, пока я не установила Google, ну, вот эту двухфакторную защиту. Нажимаем остатки. И вот здесь все монетки. Я вот только несколько, можно сказать, может, час назад. И вот мои монетки DEM, они прибыли с биржи буквально за несколько минут. Ну, здесь, как всегда, на бирже плюсик депозит минус Виндрав. Это стэк пол можно даже поставить. Я еще не разбиралась. Значит, ну вот, нажимаю на плюсик депозит. И вот это адрес DEM монетки. Я его копирую. Так. Вот мои монетки прибыли. Вот и история последних депозитов. Вот 13.91. Так. Иду на кран теперь. На E-Mark этот. Сейчас я соберу. Вот у меня 100 монеток. 100.32 монетки. Здесь вот я собираю эту монетку. Разгадываю капчу. Курс монетки тоже плавающий. То растет, то падает. Сами понимаете. Нажимаю сейчас монетку. Раз в 10 минут я ее собираю. Сейчас загрузится. Обновляется страничка. Так, давай грузить быстрее.
И я хочу вот эти монетки, сейчас поставлю их на вывод. И вот идет здесь отсчет времени, раз 10 минут, как бы я ее, вот ее собираю. Опускаемся чуть ниже. Ой. Это наша партнерская ссылочка будет. Далее, если мы опустимся ниже, здесь вот калькулятор. И можно проследить как бы рост монетки. То падает, то растет как бы она. Далее, что я иду? Так, это фаусет, валет. Хочу вывести монетку. Вот у меня 100.34 монетки. И нажимаю вот эту e-mark. Ну, здесь вот на немецком языке. Сюда вот нажимаю. Это вывод будет у нас. Так, сейчас я их выведу. Так, сюда я вставляю адрес скопированный. Вставить адрес. Так, вот адрес. Так, правильно я его... Ага, НП. Правильно, проверять всегда надо. Монеток 130.34. Здесь это поле не надо. Сюда вставляем монетку 100.34. Комиссия, они вот взимают 0.1 монетка. Итого мне придет 100.24 монетки. И нажимаю send. Здесь комментарий тоже не обязательно. Send. Так, здесь они уведомляют, что Виндрав надо на e-mail подтвердить. Так, я иду на электронную почту. Где моя почта? E-mark Space. Здесь все через почту, друзья, делается. Так, открывайся. И что они мне просят, чтобы вы запросили 134, продолжить вывод. Нажимаю на, как бы, я на другом браузере. Все. Я нажала, что мне здесь написали. Сейчас проверим. Ничего я не проверю. Сейчас меня перебросят опять. На кран придется мне логиниться. Так, логин. Так, войти. Так, войти. Очень долго грузит у меня компьютер. Так. А пойду я обратно туда. В общем, я подтвердила. Я надеюсь, пройдет. Давайте себе пройдем. Что у нас? Транзакции. Транзакцион. Сейчас посмотрим транзакции. Так. И что? Вот здесь у меня транзакция. Вот мои монетки. Комиссию сняли. Виндрав. Видите, минус 134. Одна монетка. И здесь вот можно отследить, если мы нажмем транзакцию. Кран платит. Все замечательно. Только что вот проблема с этой биржей. И вот здесь транзакция. Вот. Так, возвращаюсь я обратно на фаусет. У кого есть монеты, выводите. Возможно, у меня только одна. Так, что-то у меня. Так, а что это у меня? Так, перевести на русский. На русский. У меня монеты не списали. Баланс. Ага, сейчас я по-другому, друзья, сделаю. Вот так, понимаете? Чтобы мне не логиниться 10 раз. Я вот эту ссылочку сейчас скопирую.
Так, о, конспиратор. Так, открывайся, чтобы подтвердить мне вывод. Так, давай, грузись. Сейчас поставлю на паузу и продолжу. Все, оставила в браузерную строку, и вот мои монетки, они списались. Теперь вот возвращать на фаусет Deutschmarka. Баланс должен обнулиться. Я все подтвердила, и теперь, да, вот мои монетки обнулились, как бы, и да, буду ждать теперь уже на бирже. И теперь вот через почти 3 минуты опять собирать. И вот такое количество дают монет. Или такое дают количество монет, или такое вот. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.